Программа «Народная ипотека» является наиболее перспективной на сегодняшний день. Администрация Краснодарского края разработала проект в целях социальной поддержки жителей Кубани. Воплотить задачи в жизнь помогает Сбербанк России. Участвуя в программе, каждый сможет оформить льготный ипотечный кредит и получить финансовую поддержку от государства. Администрация муниципального образования город-курорт Анапа уделяет большое внимание реализации краевой программы «Накопительная народная ипотека». Суть программы заключается в предоставлении социальных выплат физическим лицам, накапливающих денежные средства на улучшение жилищных условий. Важным преимуществом программы является тот факт, что благодаря поддержке бюджета Краснодарского края, длительному сроку накопления и низкой процентной ставке по кредиту семья не будет переплачивать за жилье. Первый этап – накопление первоначального взноса. Срок определяет сам участник программы, открывает счет ипотечный от 4 до 6 лет. И ежемесячно вносит на него от 3 до 10 тысяч рублей. Дополнительно из бюджета края участнику начисляется социальная выплата в размере 30% от суммы ежемесячных взносов, но не более 3 тысяч рублей. Общая сумма накоплений и социальной выплаты составит половину стоимости будущего жилья. Второй этап подразумевает получение льготного ипотечного кредита под 6-7% годовых. В течение 6 месяцев со дня окончания срока договора вклада гражданин имеет право подать заявление на получение льготного ипотечного кредита в Сбербанке. Размер кредита определяется как сумма накопленных денежных средств по вкладу с процентами и перечисленная из бюджета социальные выплаты. Если сумма вклада, социальных выплат и кредита будет недостаточно для оплаты сделки по приобретению жилья, то претендент вправе дополнительно использовать собственные или заемные средства. Если суммы будет достаточно, то кредитом банка можно не пользоваться. В программе могут принять участие граждане России, постоянно проживающие или зарегистрированные на территории Краснодарского края. Для подачи заявления на открытие счета ипотечный и участие в программе «Накопительная ипотека» в любом отделении Сбербанка при себе необходимо иметь только паспорт. Банком решение принимается в течение 3 дней. Для получения социальных выплат необходимо подать заявление в Кубанский центр поддержки населения и развития финансового рынка. Также единственный документ, который понадобится, только паспорт. Сбербанк предлагает широкий перечень жилищных программ на различные цели. Приобретение готовой квартиры на вторичном, так и на первичном рынке, таунхауса, земельного участка, дачи, а также возможность использовать ипотечный кредит на цели индивидуального строительства жилого дома. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа регион.